Они знают, где покупать. Ломбард «Титан» для всех и каждого. Четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, получили травмы в ДТП под Кирово-Чепецком. Там столкнулись два автомобиля – ВАЗ 10-й модели и Hyundai Tucson. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. Авария произошла на 23-м километре южного обхода Кирова. По предварительным данным ГИБДД, все началось из-за отпавшего колеса водителя КАМАЗа. Во время движения в автомобиле КАМАЗ произошло отсоединение колеса. Водитель автомобиля ВАЗ-2110, который двигался ему навстречу, уходя от столкновения с колесом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Tucson. В результате водитель «Лады», а также три пассажира автомобиля Hyundai получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Еще четыре человека, в том числе и 5-летняя девочка, пострадали в ДТП под Оричами. По предварительным данным полиции, 40-летний предприниматель на Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ. Вероятному виновнику ДТП и трем его пассажирам понадобилась помощь медиков. На 13-м километре южного обхода Кирова столкнулись «Мерседес» и «Лада Приора». По предварительным данным госавтоинспекции, 37-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина выехала на встречку и столкнулась с «Ладой Приора». Оба водителя, а также два пассажира ВАЗа, среди них 10-летний мальчик, получили травмы. Ребенка госпитализировали. На улице Трактовой в Нововятске произошло ДТП с участием общественного транспорта. По предварительным данным ГИБДД, 45-летний водитель «Лады Гранта» выехал на перекресток на Красный. От удара пострадал пассажир автобуса. В этом же районе в аварию попали еще один автобус и легковушка. По предварительным данным полиции, 56-летняя женщина-водитель Рено Логан выехала со второстепенной дороги на главную и врезалась в ПАЗ. Предполагаемые виновницы ДТП вызвали бригаду скорой помощи. Сергей Пичугин, место происшествия.